Всем привет! Сегодня я покажу вам процесс создания торта-бомбы. Для приготовления корпуса я использовала молочный шоколад Белколад 400 грамм и какао-масло Микрио 4 грамма. Шоколад топим импульсами в микроволновке, остужаем до 34 градусов и добавляем просеянный через сито Микрио. Очень тщательно перемешиваем, растирая каждую крупинку. Как только шоколад достиг нужной нам рабочей температуры, 29-30 градусов, мы начинаем заливать форму первым слоем. Аккуратно распределив шоколад по всей поверхности формы, убираем ее в холодильник для стабилизации, примерно на 5 минут. Перед нанесением второго слоя шоколада обязательно проверяем его рабочую температуру. Далее с помощью лопатки аккуратно распределяем шоколад по краю формы, тем самым утолщая его. Для создания декора и основания для устойчивости торта я использовала пластиковую крышку и ацетатную пленку. Хорошо охладив нашу заготовку, вынимаем ее из формы и начинаем заливать вторую полусферу. Далее с помощью горячей ложки я подтапливаю основание для нашей бомбы и креплю нижнюю половинку. А теперь самое вкусное – сборка самого нашего шоколадного торта. Далее нам необходимо хорошо склеить между собой наши полусферы оставшимся шоколадом и замаскировать шов. После идеального выравнивания и закрепления декора для фитилька мы отправляем наш торт охлаждаться в морозилку не менее чем на 30 минут. Заключительным этапом оформления нашего торта является покрытие шоколадным велюром.